Привет всем, ребят! Наверное, всем радиолюбителям, да и просто тем, кто хоть раз что-то собирал электронное или электрическое своими руками, знакома ситуация, когда хочется использовать небольшую кнопку, небольшой выключатель, но при этом ток, который будет проходить через эту кнопку, достаточно большой, и кнопка может нагреваться и в конце концов поплавиться, разрушиться. Из этой ситуации есть простой очень выход. Кнопку можно, так скажем, усилить. Есть несколько вариантов. Самый простой вариант — это у нас использование реле, но есть еще один интересный вариант — использование транзистора. Вот смотрим, у меня маленький выключатель и лампочка на 50 с копейками ватт. Сейчас я измерю ток, который проходит через кнопку. Вот сейчас я включаю кнопку, лампочка светит. А сейчас в режиме измерения тока включил прибор и смотрим показания прибора. 3,8 ампера, почти 4 ампера. Для такой кнопки это многовато. Если она долго работает, долго включена через эту кнопку, она становится теплой. Если увеличить мощность, то, естественно, кнопка может поплавится, перестанет функционировать, ну и не исключен пожар. Если будет в таком горючем материале исполнен корпус вашего прибора, вашей самоделки, то как бы до беды недалеко. Поэтому, чтобы разгрузить эту кнопку, разгрузить эти слабые контакты, мы сейчас с вами будем использовать простенькую схему. Мы ее внедрим. И после этого опять замерим ток, который будет идти через кнопку. В качестве силового элемента будем использовать MOSFET RF3205. Полевой транзистор. Он достаточно мощный. Сейчас к нему надо будет припаять выводы. После чего я вам расскажу, что нужно делать. Смотрите, ребята, дальше. Подключил я провода. Если смотреть на транзистор слева направо, считаем, у нас цоколевка будет такая: затвор, сток, исток. То есть на исток мы подключаем источник питания, на сток подключаем нагрузку. Плюс у нас идет напрямую. Через транзистор у нас коммутируется, включается-выключается минус. Теперь смотрите, я берусь одной рукой за плюс, касаясь затвора. Лампочка включилась. Теперь отпуская плюс, берусь за минус источника, касаясь затвора, лампочка выключилась. Все. Теперь нам надо сделать так, чтобы у нас не пальцем включалось-выключалось, а кнопкой. Для этого нужно два резистора. Один резистор у нас будет разряжать затвор, так как на затворе имеется емкость на полевом транзисторе. Можно взять 1,5 кОм, 2 кОм, 2,5 кОм резистор. Припаять его между затвором и минусом источника питания. Где нагрузка, где минус. То есть подключаем между затвором и истоком этот резистор. И также на затвор мы припаиваем резистор от 5, можете до 20 Ом смело припаивать. Подключаете его сюда, в эту же точку на затвор. И далее уже... О, начала лампа включаться. Это плохо. В линейном режиме заработал, нагреется. Так вот, и между резистором и плюсом мы включаем кнопку. Вот этот вот выключатель, кнопку, флажок, тумблер, кто как называет. Не всегда правильно, ну, как у народа приелось, так и называется. Мы подключаем через резистор, я взял 10 Ом, и подключил от плюса на затвор. Также от затвора и на минус источника питания у нас подключен резистор 2 кОм, который будет при отсутствии положительного уровня на затворе через кнопку всегда держать транзистор в закрытом состоянии. Включил, выключил. Сейчас посмотрим, какое у нас потребление через кнопку. Через кнопку у нас потребление
6 с копейками миллиампер. 6,6. Ну, грубо говоря, даже 7 миллиампер. Это совсем-совсем мало. Кнопка при таком токе никогда не будет нагреваться. Всегда будет холодная. Транзистор. Вот сейчас пусть он пока будет включенный. Я возьму пирометр. Подождем некоторое время. Так, пирометр надо проверить, чтобы у нас был на Цельсии. Ага, есть. Так, лампу надо убрать. 29 градусов. Транзистор у нас холодный. Ну, кто захочет провести эксперимент, можете провести его у себя дома без проблем. Тут нету опасного напряжения для жизни и здоровья. Подключаете. Оставляете включенным. И можете потом убедиться, что транзистор абсолютно холодный. По поводу того, какие токи может через себя пропускать данная схема. Зависит от транзистора. Но так как у нас сейчас очень часто бывают подделки в магазинах, тем более на всем известном китайском сайте, берите всегда запас. То есть, если на транзисторе написано 20 ампер, больше, чем на 10 ампер не рассчитывайте. Так же я делаю. Вот, допустим, транзистор взял на 40 ампер, 20 это потолок. Пусть лучше будет запас. И вот таким вот образом подсчитывайте. По напряжению то же самое. Насколько рассчитан транзистор, с напряжением немножко по-другому, но тоже надо запас брать. Можете там не 50%, ну, процентов так 30-40 в минус убавлять от заявленной способности, так скажем, напряжения. Сколько может через себя транзистор пропустить вольт? Для примера, 100 вольт транзистора заявлено. Ну, рассчитывайте на то, что он 60 выдержит. Опять же, чтобы был запас. Потому что если вдруг подделка, его пробьет, и в принципе все пойдет на смарку. Плюс схемы в чем? Абсолютная бесшумность и потребление, точнее ток, который проходит через переключатель, через кнопку, он намного меньше, чем пройдет через, скажем, обмотку реле автомобильного. Там 30 мА. Может, это для кого-то не критично, но все равно. Кто хочет, может на транзисторах делать, кто хочет, может на реле. Это вот один из вариантов я вам показал. Так что можно таким образом прокачать любую кнопку и несколько галогенных ламп или не галогенных, но мощных ламп накаливания низковольтных можно будет управлять, коммутировать вот такой вот маленькой кнопочкой. И она не будет никак нагреваться. Можете включать и выключать. Вот такие дела. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать кнопочку колокольчик рядом с кнопкой подписаться, чтобы вам приходили всегда уведомления о выходе новых роликов на канале. Спасибо всем за внимание. Ну и конечно же, скоро увидимся. Всем пока.